Есть такая поговорка «Бей врага его же оружие». К чему я? Давайте мы начнем. Вы находитесь на канале Волдачман, и сегодня у нас с вами первый вечерний выпуск новостей, якобы новостей, вместо утренних выпусков, которые отвлекают многих из вас от домашних дел и от работы. Поэтому с сегодняшнего дня наши выпуски будут выходить по вечерам, скажем так, prime time. Так вот, касательно поговорки ⁇ Бей врага и его же оружием ⁇ В течение месяца, скажем так, террористическая организация Хизбалла, находящаяся в Ливане, массированно бомбила территории Израиля. Средства массовой информации по всему миру в вяло текущем режиме. Говорили об этом, что то там запустили дрон, то тут запустили ракету. Но в целом обстановка стабильная. Но когда Израиль ответил на атаку Хизбаллы массированным ракетным ударом, причем что в результате этого удара был уничтожен один из командиров этой Хизбаллы, тут же по всем телеканалам, по всем государственным коммерческим заговорили о том, что Израиль напал на Ливан и разбомбил целую серию домов, в которых могли находиться малые дети и невинные жертвы. Опять двойные морали получаются. Когда палестинцы, получая оружие, получая, вернее, гуманитарную помощь, получая финансовую помощь на поддержку, на... Жизнь, тратят все свои деньги на покупку оружия и нападают на Израиль, это считается в порядке вещей среди многих западных государств. Но когда Израиль начал отвечать на террористический акт, вернее, на эту э, акцию э, смертельную акцию, которая произошла 7 октября прошлого года со стороны Палестины, тут же все мировое сообщество возмутилось против Израиля. Мол, так нельзя, это же простые бедные мирные палестинцы, там дети. Я в одном из видеовыпусков уже говорил, дети – это понятие растяжимое. Мы сами являемся детьми наших родителей до самых седин. Поэтому нужно конкретно говорить, если дети, то дети до 12-летнего возраста, потом идут уже подростки, а дальше уже взрослые люди. Но 20-30-летние здоровые лбы с оружием в руках. Это уже не дети, это уже террористы, которые напали на соседнее государство, от которого, кстати, зависит их экономическое развитие. Почему-то все умалчивают о том, что Израиль помогал палестинской автономии развиваться как экономически так и внутриполитически. Об этом все забывают. Почему так? Тем более в данное время, когда Израиль сейчас ответил на ракетные удары со стороны Ливана. Когда Израиль на это ответил, президент Турции Эрдоган сказал, что если Израиль сейчас не остановится, то я предупреждаю по его словам. В мире нет такой силы, которая способна остановить турецкую армию. То есть он дал всем заранее понять, что если эскалация конфликта и будет продолжаться дальше, то есть со стороны Ливана можно бомбить территорию Израиля, но Израилю отвечать, по мнению турецкого президента, категорически нельзя. И если Израиль будет отвечать на вот эти вот вооруженные провокации, то турецкая армия может войти в Ливан для того, чтобы участвовать в подавлении агрессора, как они об этом говорят. Иранские власти тоже сильно возмущены тем, что как это так, елки-палки, Израиль все еще отвечает на вооруженные атаки. У Израиля все еще есть сила, все еще есть достоинство, все еще есть доблесть. Да, и если не оставят этот Израиль в покое, то получится так, что и от Ливана нифига не останется. Была одна картинка в интернете, я уже не помню, найти ее не смог. Палестинец лезет к осиному гнезду. Под осиным гнездом подразумевался Израиль, потому что человек был с флажком Палестины, а на осином гнезде был флажок Израиля. И палкой тыкает по этому осиному гнезду. Ну, тыкает, да тыкает. В конечный итог осы разозлились, вылетели и покусали этого бедного человека. Тут же он начал кричать, ай-яй-яй, меня чуть до смерти не, не искусали эти осы. Набежали журналисты, корреспонденты разных телеканалов. Начали снимать и говорить, ах, какой этот агрессор, вот этот вот осиный рой. То же самое сейчас творится вот с этой Палестиной, с этим Ливаном, которые пытаются с двух сторон зажать Израиль, чтобы истончить его силы, истощить его мощь и, наконец-то, исполнить свою заветную мечту, избавиться от агрессора на Ближнем Востоке. Только кто там агрессор? Вдумайтесь, кто агрессор. Вот вам пример. В конце июля. В Гамбурге в одной из церквей в воскресенье проходила служба, ну у немцев называется Месса. Во время проведения этой службы в церковь с оголтелыми криками ворвался э, представитель, скажем так, восточных кровей, повязавший себе на шею флаг Палестины, и начал кричать свои пропалестинские лозунги и выкрикивать что от Израиля нужно избавиться и так далее и так далее. Пока одни служители церкви вызывали полицию, другие настоятельно попросили уйти этого пропалестинского демонстранта и не мешать проведению службы. Он согласился, он вышел на порог церкви и начал там орать как ненормальный, что Израиль это агрессор, Палестину нужно восстановить, Палестину нужно спасти. Подъехала полиция. Как только он увидел, что приехала полиция, этот 32-летний, скажем так, восточный человек бросился бежать. Они его поймали. Взяли отпечатки пальцев, узнали, кто он такой, где он не работает, а не работает он абсолютно нигде. И взяли его на учет. Вот такой вот нелегальный мигрант кстати, по теме нелегальных мигрантов. Сейчас, когда Израиль решил отвечать, а не молчать на вот эти вот вооруженные атаки со стороны Хезболы, наша дрожайшая министр иностранных дел Аналена Бербок заявила открыто, пожалуйста, все немецкие граждане, до сих пор находящиеся в Ливане, а особенно в Бейруте, обязаны в считанные дни покинуть территорию Ливана. Транспорт воздушный будет предоставлен. Как вы думаете, вместе с этими гражданами Германии, не покинут ли территорию Ливана граждане, которые к Германии не имеют никакого отношения? Совершенно верно. Будет точно так же, как было с Афганистаном, когда оттуда улетали американцы, англичане, немцы, французы. Афганцы цеплялись даже за колеса, за шасси, закрывались в шасси отсеках и пытались лететь в другую страну, лишь бы избавиться, лишь бы убежать из Афганистана. То же самое сейчас творится и в Ливане. Кстати, федеральная криминальная полиция ведет уголовные дела по выдаче виз по подложным документам. Для вот этих вот нелегальных мигрантов, которые получали эти визы в Пакистане. Сирийцы, афганцы, тунисцы, марокканцы, они получали визы. И когда представители Министерства иностранных дел под руководством Аналены Бербок сказали, что, ой, да что вы там цепляетесь? Ну там максимум дюжина человек было. Оказывается, с 2018 года по декабрь 2023 года. Через Пакистан, в Германию, по подложным документам, но легальным визам проникло, как бы вы думали, по подсчетам, это грубые подсчеты федеральной криминальной полиции, на территории Германии проникло 12 тысяч нелегальных мигрантов. И вот они разбрелись сейчас по всей стране, как блоки по собаке. Чтобы их выловить, чтобы их найти, нужно приложить немало усилий. Далее идем. Нэнси Фезер сказала, что мы заботимся о безопасности и целостности нашей страны, но в то же самое время она против того, чтобы была усилена охрана государственной границы с соседними государствами. Ну подумаешь, придут пара нелегалов, с ними можно будет поговорить, объяснить, и может быть они уйдут. Это по ее понятиям. А по понятиям криминальной полиции и по понятиям простого населения, которое населяет Германию, нелегалам ничего не объяснишь. Если они сюда один раз попали, то они уже отсюда не захотят выходить. Я много раз рассказывал вам в случае того, как афганцы, криминальные элементы, уголовники или марокканцы заверяли всех через прессу, через своих адвокатов. Вы должны понять вы от меня уже никогда не избавитесь. Так вот они говорили. Пролистайте плейлист Политклуб на канале Удачным и вы сами найдете эти видео. Очень много вопросов, на которые вряд ли мы когда получим ответы. Наши политики, многие политики выступают за снижение денежного пособия мигрантам. Например, политик Добрин выступил с официальным заявлением в Бундестаге, в котором, говорится, наши вот эти вот средства денежные, финансовые, уже практически истощены. Все мигранты, приехавшие сюда в Германию, вот уже по несколько лет живущие здесь и нигде не хотящие работать, не пытающиеся интегрироваться в жизнь Германии, свободно получают и дальше пособие в размере около 500 евро в месяц. Неважно, через бицаль-карту или наличными. Он в своем заявлении выступил с требованием снизить пособие этим нелегальным мигрантам или просто мигрантам, для того, чтобы мотивировать их начать искать себе работу. В конечном итоге начать интеграцию в страну, в жизнь страны. Ведь они же имеют квартиры, за которые платят государство. Я как-то видел один видеоклип украинских беженцев, они живут в соседней земле, у них квартира как апартаменты. Маленькая кухонька, закуток, коридорчик, комната, правда, большая, ванна с туалетом, все вместе у них 21 квадратный метр. Как бы вы думали, сколько стоит оплата этой квартиры в месяц? Все вместе 750 евро, 21 квадратный метр. А многие мигранты, нелегалы и так далее, которые Ухитрились все-таки добиться от государства того, чтобы их выселили из лагерей и дали им квартиры. Живут в квартирах, вот в частности здесь в Баварии, площадь которых 45-50 квадратных метров. И государство платит за них деньги. Конечно же, не такие большие деньги, как у тех граждан, приехавших из Украины, но тем не менее. В Баварии цены на квартиры несколько другие. Но... Допустим, квартира 45 квадратных метров здесь, в Баварии, стоит в месяц от 600 до 750 евро. Трехкомнатная квартира может стоить 800 или 900. Делайте выводы. То есть государство оплачивает им квартиры, плюс дает еще пособие. А они не хотят работать. А они кричат, что им мало. Они кричат, что здесь нужно создать халифат и нужно прекратить Смену полов, кстати, у нас с 1 августа официально можно менять пол. Так решило наше правительство в угоду зеленым, которые рыпаются в Бундестаге со своими и... глупыми проектами по изменению пола, по снижению штрафных санкций против людей-извращенцев, мол, их же нужно понимать. У них тоже своя психика, у них тоже свои фантазии. Им нужно идти навстречу, говорят зеленые. И правительство пошло навстречу зеленым, подписав указ о том, что раз в год любой гражданин, достигший 14-летнего возраста, имеет право самостоятельно поменять себе пол. Вот я и думаю, у нас, правда, в квартире менять пол, не менять пол. В одной комнате у меня паркет. В другой у меня ламинат. И я так привык что-то к этому полу и что-то менять одно на другое, что-то мне не то самое. Пусть меняют пол те, кто с головой не дружит, а меня и так устраивает, как оно есть от природы. Идем далее. На днях, буквально на днях, канцлер Германии подписал указ об усиленной охране государственной границы с соседними государствами, продлив охрану границы с Польшей, Чехией, Швейцарией до апреля следующего года, с Австрией до ноября, до конца ноября этого года, с Францией до апреля следующего года. Потому что по предоставленным статистическим данным от криминальной полиции Германии, Канцлер понял, в отличие от министра внутренних дел Нэнси Фезер, что усиленная охрана государственной границы все-таки приносит свой должный эффект. Буквально за один месяц, пока шел чемпионат Европы по футболу в Германии, граница была, скажем так, ну не на замке, но под усиленной охраной. За это время, за один месяц, было оформлено... 490 уголовных дел против нелегальных мигрантов, пытающихся по подложным документам проникнуть в Германию. Свыше 1300 административно наказуемых дел, вернее, проступков. И свыше 3000 развернутых обратно нелегалов, которые каким-то образом ухитрились получить убежище. В Чехии, в Словакии, в Польше. Но тем не менее, они решили приехать в Германию. Почему? Объясняю. В Польше пособие дается всего-навсего на полгода. Потом вся эта лавочка закрывается, и польские власти говорят, ребятки, хатит жировать, пора идти работать. Ну а тот, кто не хочет работать, тот ищет где получше. То есть смотрит в сторону Германии и пытается проникнуть на территорию Германии, чтобы получить здесь Статус беженца официальный на территории Германии. Кстати, Польша. Польша закрыла границу с Белоруссией. И причем Дональд Туск очень доволен тем, что польский Сейм все-таки одобрил усиленный закон об охране государственной границы, дающий право погранстраже открывать огонь на поражение, по любой движущейся цели, если она не реагирует на команды и указания той погранстражи. О чем я говорю? О том, что с территории Белоруссии на территорию Польши только за прошлый год пыталась проникнуть 15 тысяч нелегальных мигрантов. Сколько из них прошло, польские власти умалчивают. Они говорят в целом. Многие, конечно же, неудавшиеся не мигранты подали заявление в полицию, естественно в Белоруссии или на каких-то других э, территориях о том, что польские власти относятся к ним очень грубо, они их избивают, они их толкают, многих даже расстреливают. Но расстреливают или нет, это я подтвердить не могу. Эти граждане могут говорить все, что угодно. Но то, что в женской одежде, да еще с пузом, якобы беременным, на территорию Польши пытаются проникнуть мужики, на, на, на чисто выбритые, гладко выбритые. Это факт. И вот таких вот мужиков беременных польская погранстража, ну очень не жалует, очень не жалует кого из них выдворяют обратно на территорию Беларуси, и поэтому у них стычки постоянно с, белорусскими пограничниками, кого сразу сажают в каталажку. Вот такие вот дела. Бардак идет полным ходом. Мы начали про Израиль. Давайте мы закончим этой темой. По заверениям министра иностранных дел Германии Аналены Бербок, как только Ливан покинут все граждане Германии, работающие там или находящиеся там как туристы, то тогда Германия будет всерьез разговаривать как с Ливаном, так и с Израилем по теме прекращения боевых действий и утихомиривания конфликта. Потому что, как сказала Анна-Лена Бербок, ей не нужна эскалация конфликта, еще с одной стороны Израиля, потому что Палестина и так уже говорит, от нее почти ничего не осталось, а тут еще и Ливан. Ну так, ребятушки, кто же вам виноват? Ливан никто не просил нападать на Израиль, они сами первыми полезли. Ну, а на Лене Бербок, наверное, не хватает все-таки знаний в области географии. Ну и тактики, конечно. Военная тактика в таких случаях, в таких ситуациях, ой, как нужна любому человеку, чтобы хоть как-то разбираться в том, что происходит вокруг. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой комментарий с уважением к оппонентам, с уважением к своим противникам. Ну и ждите наших новостей. Не забывайте, с этого дня наши выпуски выходят по вечерам. Всем удачи. Пока.